Сейчас я складываю вещички и иду отлить. Меня сейчас разорвет. Вон туда, на 4-й этаж. А кофеек понесу в руке. Я думаю сюда еще вернуться. Я хочу дочитать красную гостиницу Бальзака, по крайней мере. О. А я думал, Антон Птушкин. Ну почему? Ничего, мы еще встретимся. Вот. И, в общем, тогда сейчас все почитаем. Сейчас я вам еще раз покажу. То есть, все еще не видел мужской туалет здесь, то я вам говорю, что он классный. Сейчас вы увидите, почему. Значит, что касается массажного кресла, то я в нем посидел. Вот меня Индиго сподвигла на это. И, в общем, я вам скажу, что я бы не тратил 1,5 миллиона на то, чтобы это кресло стояло у меня дома, даже будучи богатым, как Илон Маск. Потому что я считаю, что покупка вещи, которая нахрен не нужна, это сродни определенному преступлению. Это не скупость никакая, но, знаете, когда я покупаюсь купил себе что-нибудь, что заведомо не нужно, меня это бесит. Я потом очень сильно расстраиваюсь. Потому что все-таки... Да, вот здесь вертолет стоял. Разбитый. Ну вот. Что-то тут горит. Тогда заходим. Вот, видите? Поняли? Еще раз вам говорю. Вот. Вот в этом, этим, этот туалет и хорош. Ну что, кофе меня ждал вот здесь. Так никто и не вошел сюда. Так что, думаю, да, так я и поступлю. Вернусь я на свое прежнее место. Сушилка. Ну-ка. Йо! Не, знаете, как-то они всегда пугали. Я еще вот что вспомнил. Я в детстве страшно боялся дрели. Просто. Когда включали дрель, я, по-моему, уже понимал, что это совсем не страшно, но меня переполнял ужас абсолютно безотчетный и бесконтрольный. Слушайте, согласны, что это выглядит глупо, фитнес-клуб? Как сказала Рената Литвинова, пошла я в фитнес-клуб, но там все такие потные, решила записаться в шахматный клуб. Не, ну тут правда, смотри, вот парень с девушкой, они вместе пришли. Как вот выглядело бы их знакомство сейчас, как бы он к ней подкатил? Разрешите потрогать вас за вашу потную жопу? Ой, нет, он бы ее спросил, ну, как дела? Она такая, как загнанная лайка. Она типа ничего не ответила на это, просто продолжает. Фу, короче, он спрашивает ее, как дела? А она и ничего не отвечает. И он делает вывод, что подкатывать бесполезно. Вот так происходит знакомство в фитнес-клубе. Стемнело, ребятки. Здесь, в принципе, можно на диванчике посидеть, кстати. А что, может, на диванчике посидим? Как думаете? Конечно, я думаю, что все-таки я вернусь на свое место. Ну-ка посмотрим. Отсюда его, кстати, можно обозреть. А, нет, отсюда его нельзя обозреть. Ладно. Спускаемся. Как сказано в секретных материалах, спускаюсь, и лифт падает. Про это я тоже уже говорил. Но все мы одну и ту же шарманку вертим. Да. Кстати, о шарманке. Вон Sunset Boulevard, тут, видите, наполняется великолепными огнями, большинство из которых светофоры. Московское светофорное безумие. Ну что, ладно, да, посидим еще. Значит, кратко, последнее, что в этом 5-минутном ролике скажу. Что там, крестный отец, что ли? Мама родная. Да, уголок потребителя. Я смотрю, что уже ничего не надо говорить, когда на тебя смотрит Марлон Брандо. Но все-таки скажу.
секретные материалы forever. Друг, ты Малдер, ты должен быть Малдером.